В Акмолинском областном русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Волк и семеро козлят» по произведению «Братьев Гримм». На сцене детского театра зажглись новые звезды и сердца зрителей одновременно. Подробнее в следующем видеоматериале. Сцена киндертеатра открыла занавес. Всем давно известная сказка из детства заиграла новыми красками. Постановщики и организаторы признаются, подготовка спектакля была теплой и эмоциональной. Артисты репетировали 2 месяца. Это проект для инклюзивных людей. Это авторский проект директора нашего Бейбута Салаватовича. Совместно с центром «Круг друзей». И вот этот проект, чтобы были все социально адаптированные люди, они имеют одни и те же права. И в этом-то и заключается мысль, чтобы их именно вовлечь, ну, путем даже через театр, через постановку, то, что они и могут быть артистами. Неталантливых людей не существует, говорят специалисты. Ребенок рождается, и он уже алмаз. Важно лишь помочь и направить его. Опыт постановки спектакля с участием детей с особыми потребностями был первым. Тем не менее, все прошло на ура. Артисты полны впечатлений, а зрители кричали восторженное «Браво!». С Русским драматическим театром мы сотрудничаем с 2017 года по направлению «Одинаковыми нам быть не обязательно». Детям очень нравится посещать данную студию, дети развиваются творчески, дети социализируются, дети тренируют свои когнитивные функции, насколько это возможно, насколько родители получили множество сегодня позитивных эмоций. В планах артистов и организаторов еще не один подобный спектакль. Сегодняшняя премьера постановки – лишь маленький шаг на пути к большой сцене. Александра Гауэрт, Марат Ахмеджанов, Амир Куйшибаев, Кокши Акпарат.